хорошо. Сделал небольшой тайский массаж. Ага. Это даже не тайский, а грузинский массаж. Потому что чебурек сочный, ароматный, хрустящий. Просто что-то чем-то прошу. Вот так мы его сейчас аккуратненько свернем. Вот, шикарно, прошу. Посмотрите, как он потрясающий. Ну, долг все поешь, значит, его так. Можно хлеб принести? На 4, наверное? Да. Да, на 4. На 4. Булку маленькую, большую. Какая есть готовая принеси? Да, и да, готовая. Все зависит от вашего желания. Маленькая, с размером ладонь. Большая, где уровень? Большой, да? Да, да. Хорошо. Ты куда-то положить, Игорь? Чебурек можно кушать руками, приборами, перчатками, как вам удобно.